Дніпровські аматорські змагання для власників фіксед-гірів відбуваються вже втретє. Організатори кажуть, що для більшості учасників подібні змагання – це привід зустрітися і поспілкуватися. Суть соревнования заключается в том, что участники ездят определенное количество кругов, в основном это от 20 до 30 кругов, и каждое пятое или шестое, в зависимости от общего количества, является промежуточным финишем. Гонка является очень зрелищной и динамичной, потому что гонщики постоянно находятся в тактических приемах, они рассчитывают свои силы, они рассчитывают свою тактику. В зависимости от того, какое место он хочет занять, значит, такие усилия на таком промежутном финише он тратит. Вся наше сообщество, которое ездит на этих велосипедах, многие просто приезжают потусоваться, пообщаться, то есть не все участвуют. Цього разу критеріум об'єднав близько 70 учасників із Харкова, Києва, Одеси та Дніпра. Самі велосипедисти перед стартом зізналися, що не хвилюються, проте свою перемогу вірять далеко не всі. Зараз вони свої шанси на перемогу. Очень малы, крайне малы. Ну, очень хорошие ребята приехали, спортсмены, которые занимаются этим профессионально. Я большую часть своей жизни отдал скейтборду, велосипед это второстепенно. Вот. Ну, надеюсь, я не опозорю сам себя и свой город, но есть достойные участники, которые, я уверен, что будут на высоте сегодня. Не, никакого мнения нет. Когда знаешь, что проиграешь, чего волноваться? Ну, я надеюсь, что в десятку я заеду. Думаю, где-то так, как и в прошлом году, потому что состав примерно тот же. Вот. Ну, если повезет, то где-то в пять. Ну, на призовые места вряд ли. Хорошо, если я доеду до конца. А что может произойти? Да все что угодно. Мне может надоесть, я могу упасть, вот. Мне станет жарко. Да и тем более тут такие профессионалы, что я боюсь, у меня вообще никаких шансов. Вот. Я лучше в тенечке посижу, пиво попью, пока поболею. 30 кіл по 900 метрів подужає далеко не кожен. Просто треба любити справу, якою займаєшся, каже переможець у класі ПРО Слава із Києва. Головне – любити. Чем ты занимаешься? Чтобы, главное, чтобы удовольствие приносил. Ну, на таком уровне мы недавно только начали кататься, а так были скорее по улицам, специализировались. Сейчас вот стараемся. Но было довольно сложно. За меня команда отработала, я на спринтах только развозил. А так парни работали хорошо. Я им благодарен за это. Не сразу осознаешь победу, конечно. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.